Нужно подойти поближе. Слишком много. Нафиг я пошла. Что я возьми? Свет никогда не хилил. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям.
нужно больше ярости. Там еще Куджа бегает. Да. Слава, ранее я только 10 обычку во тьме покончил. Вот. А в Гере, ну, я могу и тьму, и свет мне не принципиально. Хорошо. Касочку шамана гладил. Блин, я это. Короче, меня откинет во время козыри. Хорошо. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда.
Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Алекс Страза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Слуги! Атакой руководил кровожадный Зарифия. Но, боюсь, тут замешана и более могущественная сила. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Святилище пало. Стой, стой, у нас человек не вырка. Лил Мэн. Друид, блин. Ну все, зашел, наверное. Здесь в руках. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. Сколько еще таких героев? Thank you.
Умрите, если посмеете. Я сейчас съебусь в свет, и вы будете сами диспелить. И не слакайте, друиды во тьме. Да, друид, он все сам себя диспелит. Метеор на танке, танк, смещайся. В луже он первым с тебя не диспелит и не хилит себя. У меня маны нет, чё хилить-то? Небеса в огне. Пойду-ка я пока спек сделаю. Умри, танк, умри. Аллилуйя. Я смотрю, ты хилишься. У тебя хп падает, падает, и ты хилишься. Извините. Неспокойно. Пригласить члена другой группы. А кого пнули из рейда, кроме R-групп?
Чё? Йоу, всем здорово, сагильдейцы. Здорово. Привет, привет. Привет. Какая у вас банда собралась? РФ-10 гер, давно на поток надо ставить. Царствием небесных. Пока вы придете на сум, я уже прилечу. Надо я сам... А, о, хорош. Thank you.
Не, спасибо, я ничего не буду. Ты бы в беседе написал, пока я вернулся, ты написал. Так, Дарк. Может, кто-то из РДД и света может пересесть на Милика? Тогда я могу на Майде зайти. На Аркана. Число один. Ну, в свету это не сильно чувствуется. Нет, мне больше не надо. Сейчас, захожу. На Вайда плюсовать? Все равно одну сил добрать надо. Ну. Так у нас всего 9 человек. Он сейчас просто перезайдет. Альпич зайдет на Фурика, и человек зайдет на мага. А, все. Мы все здесь давно. Что? Я рыбу ловил. Ник подразъебал. Так Аркан маг, что еще делать-то? За Аркана сложно играть? Очень. Примерно как на сове, вбитой в косу. Ротацию главное держать, без ротации все. А, ты убрал правой кнопкой и нажми этот. Сейчас. Ой, бля, он, еще раз. Сорян. Включить, да, включить интерактивный. Боже, блядь. А, назначь только кого-то диспелить в свет. Я ж с приста ушел. На маги. Сейчас хилбот включу. Называются метки пылающий огонь. Ну, у вас в свету пылающий огонь, во тьме пожирание тьмы души. Да. Пожирание души. Пожирание. А вы в льду ходили сегодня? Да. Так, секунду. Пожирающий огонь? Или да, какой? Да. То есть, смотрите, у кого транс красивее, у меня или у Анкокера? Очень важная информация, предлагаю начать бой. Ну, чисто сравните, посмотрите.
Пожалуйста. Малышка, беги! Небеса в огне. Надо подождать. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Зашел. Ходите, если посмеете. Второй свет. Трепещите, ничтожные, перед посланием остерегайтесь теней. Беги, малышка, беги! Ебать! Ну, можно падать, блядь. Все, перебегаем. Падайте, падайте, мы с Эзитхорном упали. Сколько еще таких героев? Конь залегает. Сколько еще таких героев? Я, короче, вынес метку, и он вынес метку. Мы одновременно в одно место метку вынесли и сдохли. Сколько еще таких героев? Наверное, в свету надо было под это... под хвост выносить. Там как раз и метеор был. Один я раз. Первая за спину. Какая? Да, точно, первая за спину на второй фазе. Починились.
Чего-то меня пробафали, да, нормально? Да ХП в прошлый раз было больше. А, рыба, я не поел рыбу. Ну, меня вообще задержка. Свитки есть в Дживсе. Если сильно надо, могу достать. Да не, ладно. Зашел. Если посмеете. Беги, малышка, беги! Остерегайтесь теней. Малышка, беги! Охуенно метку вынес. Беги, малышка, беги! Беги, малышка, беги! Остерегайтесь теней. Беги,
малышка, беги! Мана кончилась. Это что было? Прикос, что ли? Беги, малышка, беги! Надо подождать. Я пока не могу прочитать. Свет упал. Мне кажется, свет упал раньше, они просто не признались. Ну, он не упал раньше. Протопал упал, затем упал Раид. Сколько еще таких героев? Да там свет, походу, сдох еще раньше, чем 20 было. Что там у вас за прикол был? Конечно, раньше. У меня самые выгодные цены. Паладин. Ты видишь, материальность не очень, можешь прожиматься в это время. Тебя за 2 тычки снесло, с первой тычки тебе осталось 12 тысяч хп, со второй тебя через меньше секунды прошло. У меня вот нет такого материала. Ты, наверное, дом как укачал. Я по бафам всегда типа вручную смотрел. Ну это вот брочка халяна. Я набегу. Если посмеете. Так,
Че они делают гипербол? Ты знаешь, что это такое? Параболы. Да, я перепутал. Гипербола, Слава, это преувеличение. Не, я думал, она скажет, что это другая какая-то там. Вот вы думаете, что она глупая, а она не глупая. Им повезло. Света 60%. Рост есть, Свету. А вот, я вижу материальность стали, она 40. Стоп, немного во тьме. Отлично, все, бейте. Хорошая перебежка. Тут столько материальной стали на 60 на. Стопните, стопните, Свету. Перебежали все в бок. На танке метка. На танке метеор. Бог все перебежали. Беги, малышка, беги! Все, бейте. Поворот. Стопните, Свету, чутка. Свет ушел. Переход, переход, переход. Теор, не стойте, сова. Добивайте. Танк, прожимайся на путь. Свет, стул. Не, бейте, бейте. Все, отлично. Нет, да? О. На ручке. Квест кому-то нужен? Нет, нет, это мои перчатки. Не, нет, это не твои перчатки. Мои. Суслятинка, тебе надо? Пояс. Счастье три. У меня что-то, да, у меня что-то не так. Я не помню, что-то не так. Осознанность. Не отдам кисти. Они мне еще мало хорошо. Подожди, я на ИП захожу еще. Через 10 минут сбор на обычку. О, надо принять быстренько душ, потому что надо принять душ. А что сейчас будет? Сейчас я посмотрю. RS-25O 15.00. Ага, все, я понял. Ужас, это змея еще и перчатки выиграла.
Слышь, Славян, ты если будешь собирать, оставь слот, пожалуйста. А, надо, надо. Сейчас, я забыл. Да, да, я тут за ИП играю. Точно, надо, надо. Суслятинка тут вообще? Ты минусанул, бой. На коромысле посмотри. Суслятинка, у тебя кап меткости есть на сове? Че, серьезно, 1000? А, все, вижу, дали минус. Джесс, я не знаю. Может, он меня замутил. Поинтересуйтесь, он вообще тут, он в РК. Просто мне этот пояс не то чтобы сильно надо, я его так взял. Может, капы буду перебивать, потому что я еще буду менять много шмота.